Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». На подходе первая порция майских праздников. Давайте проведем их насыщенно и интересно. А составить культурную программу я вам помогу прямо сейчас. В Самарской области пройдет первый международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». Он начнется 1 мая и продлится 6 дней. Участники съедутся не только из России, но и из Франции, Испании, Финляндии и других стран. Жители региона ждут концерты, автомотопробег, круглые столы с участием музыкантов и показы тематических фильмов. Начнется праздник 1 мая на площади Куйбышева. Почетным гостем фестиваля станет Стивен Сигал, который является не только актером, но еще и блюзменом. Не пропустите! С 28 по 30 апреля в ДК «Чайка» пройдет международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас». Он будет посвящен году педагога и наставника. Принять участие в фестивале можно как очно, так и предоставить свои материалы в видеоформате. Ожидается более 500 участников, которые представят свои работы в номинациях «Вокал», «Художественное слово», «Хореография», «Инструментальное исполнительство», «Декоративно-прикладное творчество». Гала-концерт фестиваля пройдет 30 апреля в 12:00. В апреле и мае в Библиотеке народов Поволжья можно посмотреть выставку иллюстраций детства Никиты из фондов Самарского литературного музея имени Максима Горького. Повесть детства Никиты Алексей Николаевич Толстой написал, вспоминая свое детство, проведенное в деревне Сосновка. Самарский литературный музей хранит архив семьи Толстого и подлинные иллюстрации к его произведениям. На основе этих материалов была создана передвижная выставка «Детство Никиты», в которой рассказывается о прототипах героев знаменитой повести, об обстоятельствах ее написания и показываются иллюстрации талантливых художников-графиков. Посмотреть выставку можно до 21 мая. В детской картинной галерее в субботу пройдет семейный день. Дети и их родители могут принять совместное участие в мастер-классах и совместными усилиями сделать памятный сувенир. В этот раз предлагают обучиться росписи в стиле гжель и разукрасить две фигурки из гипса. Провести время вместе и обучиться чему-то новому можно будет 29 апреля, начало занятия в 12:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе. We'll be right back.